Дорогие друзья, хочу вам показать своих новых жителей. Я попробую подписать название. В последнее время у меня плохо это получается. Это орхидеи. Вот это камрия. Вот она, камрия. Она обалденно пахнет. Просто ненормальный запах гиацинтов. Такая красивая. Пахнет невероятно. Вот камера сейчас передает идеальный цвет, вот такой, как он и есть на самом деле. Купила я ее в разделе уценок на полке задохликов. Я вставлю вам кусочек видео. Я ее вчера пересадила, не хотела пересаживать, но пересадила и покажу причину. Был у нее такой вот испорченный листик. И я почему показываю вам, что скорее всего этот цветонос я срежу. Ну, так как была пересадка, я думаю, что он просто не выдержит. Но запах просто шедевральный. С другой стороны, не знаю, если вот она из этой бульбочки, наверное, больше не даст цветоносов. Может быть, и не срезать. И у меня никогда не было таких вот растений. Вот такая посадка, с ней все сыпется. Я покажу, почему я ее пересадила. Здесь кремневит, кора. Вот, видите, все сыпется внизу, этот дренаж. И сверху уложила мох, чтобы пошли корешки. Корешки там есть, хорошие. Я сейчас немножко, наверное, все-таки замочу. Вот они, корешки, они нормальные, белые. Замочу, потому что кора у меня абсолютно сухая была. Вот. Специально прижала, посмотрела вчера уже видео. Я вообще сейчас YouTube редко смотрю, в основном дзен. Мне как-то больше... душевней, что ли, он. А нашла, ну, просто эта девушка была именно на Ютубе. Молоденькая девочка, молодой канал, но так она все четко и хорошо рассказывает про эти орхидейки. И вот она рассказала, как ее пересадить. Именно надо, чтобы одной бульбочкой прижать, ну, в общем, бульбочками прижать с одной стороны, чтобы новые бульбы, когда будут расти, они росли вот здесь вот. Показываю вам, потому что... ну, вероятнее всего, цветонос придется срезать. Камрия. Красивая. Ставлю кусочек. Не хотела, честно, пересаживать, но... в общем, что я только не нашла в земле у этих растений. Вот. А вот эту я уже покупала за полную цену. Это Анцидиум. Сейчас, секундочку. Посмотрела название. Анцидиум. Там есть еще какое-то это... дальше словосочетание. Красивые такие прям миленькие-миленькие цветочки. Мне очень нравится. Очень много цветоносов. Тоже здесь очень много бульбочек. Кстати, я пришла... это была осознанная. Вот это конкретно была осознанная покупка, потому что я позавчера пришла в магазин, посмотрела, их привезли. Их было, наверное, штук 7 горшочков. И я крутила-вертела, потому что дороговато. Цена, скажу, дороговатая была. Ну, на мой взгляд, дорогая была. 1700 он стоил. Я считаю, что это дорого, как бы, для меня лично. Может, кому-то нет. Я все, что дороже 500 рублей, я считаю, что это уже дорого для растений. Вот. И, значит, пришла домой, посмотрела, почитала. Тут их, оказывается, их есть несколько расцветок, очень интересные. И на следующий день пошла и купила. А когда пришла покупать, там уже было 3 штучки. Вот я выбирала максимально, где количество бульб. Не столько цветов, а сколько бульб. И тоже вынуждена была пересадить по той же причине. Вот. И сегодня я их, наверное, залью, замочу именно вот, чтобы кора стала влагоемкой. Сейчас, секундочку. Мох я точно так же уложила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По той же причине уложила мох, чтобы наросли верхние корешки. Вот здесь корешочки тоже видно белые. Видите, вот он прям был залитый. Даже вот эти вот аж испарина такая получилась. Потому что он был вообще капец, что там было. И муравьев я находила. Вот такой вот. Ну, с этого цветы, если честно, не очень хочется мне срезать. Посмотрим.
Вот такие у меня новости. В армии все дохотели приходят. Какая красота! У нас в классе в группе такого нет.